Здравствуйте, меня зовут Евгений Петров, и сегодня хотел бы я показать, как можно заниматься спортом в домашних условиях. Начнем с небольшой разминки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Также займем запястья. И первое упражнение у нас будет приседание. Ноги на ширине плеч, руки перед собой. 4 подхода по 15 повторений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15. Следующее упражнение — выпады, руки на поясе, тоже по 4 подхода по 15 повторений. Раз на каждую ногу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Следующее упражнение у нас — отжимания от пола. Можно комбинировать, можно на пальцах, можно узкой постановкой рук, средней или широкой. Я рекомендую широкой, чтобы задействовалось как можно больше групп мышц. 4 подхода по 15 повторений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15. Также в этом же положении мы начинаем упражнение планка. Как можно дольше нужно нам простоять в таком положении. Спина ровно, смотрим вперед. Задействованы у нас почти все группы мышц. Напрягается также мышцы брюшного пресса. Переходим к общим физкультурным упражнениям. Их можно комбинировать или делать по отдельности. Начнем с верхнего плечевого пояса. Руки к плечам. Делаем 4 подхода по 15 повторений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15. Также в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15. Хорошо. Также можно сделать наклоны в левую и в правую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В правую и в левую сторону. Также можно размять грудь. Руки перед грудью, в левую и в правую сторону, распрямляя руки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стой. Хорошо. Также можно потянуться. Здесь уже нужно встать пошире, тянуться к левой ноге вперед, к правой и назад. К левой на раз, на два вперед, на три к правой, на четыре выпрямились. На раз к левой ноге, на два вперед, на три к правой, на четыре выпрямились. И еще разочек. На раз к левой ноге, на два вперед,
На 3 к правой. На 4 назад. Так, также можно поделать, как я говорил, комплексное упражнение. Это выпрыгивание. То есть нам нужно присесть, а потом как можно выше выпрыгнуть. То есть это примерно выглядит вот так. Коснулись пола и выпрыгнули. Коснулись пола и выпрыгнули. Тоже очень хорошее упражнение на координацию. Так, теперь перейдем к прокачке или к тренировке брюшного пресса. Ложимся на спину. Ноги можно согнуть в коленях. И ваша задача коснуться локтями колен. 4 подхода по 15 повторений. Раз. Два, три, четыре, пять. Напрягаемся при подъеме. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. И спасибо большое вам за внимание. Тренируйтесь дома, ничего не бойтесь и только вперед.